heartbreaks and promises. I've had more than my share. Ребята, всем привет! Сегодня хочу сделать обзор двух штативов для камер, фотоаппаратов, которые необходимы мне для работы на YouTube-канале The World I Live In. Мне будет помогать мой сын Илья. Поприветствуй зрителей канала, Илюш. Вы с ним уже знакомы. Мы дорожим временем, и поэтому мы делаем только полезное видео для вас. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и смотрите только хорошее видео. А теперь немного предыстории. Заказывал представленные штативы на торговой площадке Озон. Если честно, привлекла скидка, функционал и возможности представленных моделей. Хочется добавить, что на площадке Озон вы можете воспользоваться не только предоставленной скидкой продавцом или площадкой, но также накопленными баллами от Сбербанка России «Спасибо», что делает покупки более приятными и привлекательными для нас, простых обывателей. Ну что, давайте уже поскорее приступим к самому обзору. Первым рассмотрим профессиональный мини-штатив Recam Carbopod RX1150, который изготовлен из композитных металлов высокой прочности. Давай, Илья, ты сможешь открыть, Илюш? Коробочку давай сначала вот с этой стороны, да? Скрывай. Вот здесь вот. Штатив предназначен для осуществления самых разнообразных задач фотосъемки, фото- и видеосъемки. Штатив может устанавливаться не только на ровную поверхность, его можно закрепить на стойке, трубе, ветке дерева с диаметром от 24 до 50 мм, благодаря универсальным ножкам-зажимам. А также на краю плоской поверхности, это может быть край стола, дверное полотно, все что угодно толщиной от 5 до 50 мм. Прочные ножки с прорезиненными наконечниками имеют хорошую устойчивость и выдерживают нагрузку до 1,5 кг. Штатив подойдет для съемки как видеокамерой, так и фотоаппаратом. Для примера я установил дополнительную камеру, чтобы вы могли увидеть и обозреть, как пользуются этим штативом. Это те самые ножки, которые как клещи зажимают и прижимаются и закрепляются на дереве, либо на трубе, ветке и так далее. Главная головка, которая позволяет правильно настроить вам положение камеры для видеосъемки. Предлагаю пример для установки видеокамеры. Все очень просто регулируется, зажимается специальными зажимами. Губы ножек зажимов выполнены из резинового материала, что не повредит поверхность при установке.
Установка на трубу или круглую поверхность. Также все очень просто и надежно. Можно крепить экшн-камеру. Штатив краба под и RX-1150 на краю стола. Можно выполнять и горизонтальную, и вертикальную съемку. Крепление очень надежное, камера не упадет. Стол трясется, камера на месте, штатив не шелохнется. Установка на край дверного полотна. Штатив фиксируется очень жестко, надежно. Три точки опоры. Расставил чуть пошире эти клешни, и штатив стал намного устойчивее. Штатив очень удобно трансформируется.
Сложное состояние штатива. Размеры минимальные. Можно брать с собой куда угодно. Минимальная рабочая высота штатива 9 сантиметров, максимальная 18. Но не забываем, что данная модель можно крепить деревьям, дверям, трубам и на прочей поверхности, что существенно и очень кстати делает именно эту модель привлекательной для осуществления видеосъемок операторами, занимающимися видеосъемкой различной направленности и тематики. Приступим к обзору следующей модели штатива. Трипода, выполненного из алюминия. Рекам Экопод Е169. Максимальная высота рабочей съемки 169 сантиметров. Минимальная высота 60 сантиметров. Максимальная нагрузка 6 килограмм. Вес штатива около 1,5 килограмма. Илья, давай откроем штатив и покажем нашим телезрителям. Это самая привлекательная часть для Ильи. Вот здесь, Илюш, вот здесь. Вот здесь отставляй ножнички. Стой, аккуратненько. Да, держи. Подожди, давай с тобой воспользуемся ножницами, как ножичком, вот так. Получается вот так вот. Илюша помог мне открыть. Держи коробку. Второй рукой держи коробку, Илюш. Да. Все, открывай. Открывай. Подожди. Илюшка тебе поможет. Доставай. Этот штатив идет вместе с специальной сумкой, которая нам удобно будет его перемещать и перемещаться. Так, аккуратно, не бабахай об пол. Бабах об пол, да, Илья? Давай аккуратненько снимем пакетик, но только не бей штатив. Совсем еще новый, мы только его забрали с тобой. Доставай, пакетик держи. Все, снял, довольный. Вот такой вот штатив. Сейчас разберемся. Быстросъемная площадка штатива Экопод 169 позволит вам быстро снять и поставить вашу видеокамеру и фотоаппарат в нужный для вас момент. Примеры представлюсь на той же камере GVC. Штатив Рекам Экопод Е169 подходит для полупрофессиональных фотоаппаратов. Он снабжен шарнирной 3D-головкой с быстросъемной площадкой и длинной рукояткой для плавного панорамирования. Встроенный в головку пузырьковый уровень облегчает выравнивание камеры относительно горизонта.
Резиновые наконечники ножек не позволяют штативу скользить, даже на гладких поверхностях. Так, механизм еще. Все отлично работает. Я думал, механизм еще не притерли. Вот этот рычаг позволяет быстро снимать камеру вместе со съемной площадкой. Одной рукой неудобно, но тем не менее. Также устанавливать ее. С помощью специальных механизмов, с помощью вот этих замков, мы очень быстро сможем вытащить и установить в нужную высоту, вытащить ноги дополнительные и установить в нужную нам высоту. Доставай. Дотянется. Это максимальная высота штатива Рекам Е-169 Экопод. Это я, моя. Это Асе. Тебе понравился, Илья? При моем росте 1,78 м мне даже высоковато. Ребята, всем, кому понравился наш видеообзор, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал The World I Live In. Давайте проводить время вместе. Спасибо за просмотр. До встречи. Пока-пока.